точки. Я не знаю, как слышно, не слышно микрофон. А? Погода в Огарь, Коля, обалденная. Вот. Сегодня только пришел плащ ко мне в Пинтоновский. И только благодаря ему я сегодня на охоте. Иначе я бы точно... А я сейчас ехал, они прям на дороге сидели. Стульчик брать с собой, да? Здесь? Тепло. Олег, там охуенные места. Ну, это будет... все путешествия, когда окраинский район. Будем в следующем году ездить сюда, значит. Я прошу, как сам там. Там вот в этом раз съездим, смотреть. Он будет легко ему всех брать диск становлять? Да это я знаю, что так. Если будет передку легко, он будет пробуксовывать. Ага. А при блокировке он будет рыть. И будет так же быть крест-накрест нахуй. Блядь. Че? Такой стульчик пойдет? Пойдет. Я сам был, видишь, каким? Ага. Все, помчали. Я же и костюм одел. Какой? А, заходите искать. А-а-а. Да я не стал брать с собой энергоаккумулятор. Он не нужен будет час, сейчас поснимаем, дальше темно будет, да? Парус. Я сейчас пока выключу ее просто. Погода отвратительная, утку выставляем буквально минут на 40, наверное, не больше, чтобы она поплавала, покрякала, дальше начнет смеркаться, и скорее всего мы уточку уберем, чтобы она тут у нас не потонула. Пока заходили, утка вон там сидела, очень много ее было, и вся вон там под тем берегом. Лишь бы палка не отвязалась. А? Лишь бы палка не отвязалась. А? Я говорю, лишь бы палка не отвязалась, чтобы она не уплыла туда под сад. Да? Я к тебе вмотал ее. Не, я говорю, ты ее воткнул, нормально? Все? Нормально. А она с ней далеко не уплывет. Ага, ну хорошо. Ну лучше будет заходить оттуда, если будет заходить. Если будет. Заходимся? Да, пойдем. Блядь, не нужно чистить. Пустите его. Так, ребят, пока птицы нет, только-только вечереет, еще не летает, ветер мощнейший. Непогода, дождь идет. Вот. Скажу, что я одет полностью временно, потом пришел новый плащ, дождевик от дождя. Под ним ночной койот костюм и ботинки Shadow Trend. То есть я полностью сухой, полностью мне тепло, комфортно, удобно. Сверху вот эта вот накидка кимора. Это делают донские охоты. Качественная накидка и очень, что интересно, быстро сохнет. Мы шли на охоту, и я ее уронил в воду, полностью намочил в мешке, вытащил, повесил 20 минут на солнышке, она просохла, была сухая. То есть мне прям это очень понравилось. Здесь капюшончик у нее, козыречек идет, здесь на резинках рукава, вниз тоже регулируется, видишь, интересно. Все, что интересно, пишите, у нас будет ссылка прикреплена в комментарии, где можно приобрести все товары. Ждем, но я что-то не очень надеюсь на сегодняшнюю охоту, потому что погода просто отвратительная. Но зато сижу, хоть я приболел немножко, но мне тепло, мне комфортно. Меня вообще ничего не напрягает. Плащ, который ремингтоновский, влагозащитный, да, дождевик, он даже не продувается сейчас, и я вообще ничего не ощущаю. Единственное, может, по ногам немножко прохладнее, потому что коленки здесь на самой наружу находятся. А все остальное прям сидишь,
отдыхаешь лучше. Голов 30, наверное. Очень сильный ветер, они заходят высоко и сразу падают на середину. А? Достать! Ты сейчас можешь достать? Найдешь? Ну сейчас должно сюда и ветром прибить, наверное. Класс! А? Классно, да? Ну дойдешь, наверное. Прямо-прямо туда, да. Коля в костюме должен достать. Должен. Чуть осталось. Скорее всего, селезень свизи, либо селезень криковой. Потому что я видел четко, что белое брюхо, что он цветной. Поэтому принял решение стрелять. Ветер сильный от нас. Вот, ребят, не зря приехал. Свияска, Коль! Он не слышит. Сейчас посмотрим. Я видел четко, что это был селезень, поэтому стрелял. Ветер сильный, мощнейший, сдувает просто пипец как. Ну, это какая-то северная утка по-любому. Селезень, ну вернее не береговой. Спасибо. Вот такой шикарный. На манок прилетел. Но ветер сильный, я поэтому стрелять стал. Я видел, что он до нас не дотянет нифига. Ага. Дробь пятерка бесконтейнерная. Понятно. Вот такого селезня добыли сегодня. Мощнейший ветер, сильный. Утка вся заходит сверху, сразу садится на середину, то есть не подплывает. Благодаря манку на утку. Вот я чуть-чуть его подтянул сюда к себе. Они налетели хорошо. Сколько было? 30 метров, наверное, да? Побольше, метр 35. А? 35. Под 40, наверное, да? Да, под 40. Ну, упал камнем. Все, нас с полем. Мы поехали домой. Все.